Мы придумали название, у нас настоящее боевое название. Кстати, еще раз напоминаю, что именно ваш стол, ваш стол и ваш стол — это все одна команда. Наша команда называется «Тефтельки». Отличное название, замечательное. Юра, что там у вас? А мы команда «Абрикоса». Ваши аплодисменты. Короче, у нас мясо против фруктов сегодня, я понял, хорошо? Ребята, первый конкурс очень простой. Конкурс называется «Угадай мелодию». Ребята, угадай мелодию. Но прежде чем мы начнем этот конкурс, мы должны немножко разогреться, подготовиться. И у нас сейчас будет такой вокальный баттл. Ребята, есть у вас звук один, который именно только ваша команда будет произносить. Звук «У». Да, еще раз. Наша команда, «Тефтельки», звук «У». Давайте попробуем. «У». Еще раз, давайте. «У». Отлично. А команда «Абрикосиков» «А». Давайте запомним. Да. «А». Попробуем. «А». Еще раз, давайте. Пускай показал и... «А». И... «У». Отлично. Когда я буду показывать на вас, мы делаем наш звук. Итак, началась подготовка у нас. Диджей, пожалуйста, музыку. Вот сейчас ты видишь, как мы лучше поем. Мы поем аккуратно, да? Девушка, по-моему, чуть не ударяет. Эти девушки, мы еще лучше танцуем. Не повторяй за мной. Не уникальный. Готовьтесь, совсем чуть-чуть осталось. Так, помним, да? Помним, что мы говорим? Не, мы говорим «А». Ударя на ней. Готовься. Ну что, чуть-чуть осталось. Готовы? Три. Я ручку показал. Один. Мои историки более подготовленные. У них «А» получается как-то изысканно по-французски. Ага. Понятно, что все непонятно. Итак, у нас первый конкурс, «Угадай мелодию». Первый этап – это музыка из мультфильмов, друзья. Поэтому, если знаете правильный ответ, подняли ручку, мы к вам подбегаем. Не выкрикивайте ответ, чтобы не подсказывать соперникам. Ну, финишки, вы готовы? Да! Команда «Абрикос», вы готовы? Да! Отлично. Можно прямо на продажу идти. Еще раз. «Тефтельки»! Совсем другое дело. Ну что, первая мелодия из мультфильмов. Мы бандиты. Есть. И? Врунгель. Мы бандиты Ганстерита. Песенка двух гангстеров. Смотри, какой разобранный ответ. Это правильно. Еще остается 1-0 в пользу Абрикосика. Я понял, почему мы так вот как-то слабенько начали, потому что у нас нет настоящей боевой кричалки. Давайте так, вот когда я говорю команда «Тефтельки», вы делаете все вместе. Давайте попробуем сейчас. «Тефтельки»! Видишь, Юра? Ребят, я не буду над вами издеваться, давайте просто команда «Абрикосы» поаплодируем. Отлично, у кого-то там крик уже нервный пошел. Ну что ж, поехали, друзья, вторая мелодия. Стоп, есть. Да, все, Андрей, нету правильного ответа. Мы ответили. Что? Винни-Пух. Ты с мамой поспоришь? Нет. А ну-ка, с мамой поспоришь? Нет. На выход. Счет у нас 1-1, команда «Тефтельки». Я считаю, что это неправильно. Песня была подсказка. Андрей очень похож на кролика из Винни-Пуха. А Юра похож на Винни-Пуха из Винни-Пуха. Ну что, продолжаем дальше.
Есть! Браво! Браво, друзья! Еще становится 2-1 в пользу Абрикосика! Но все равно Абрикосики выиграют, а мы тетерки! Мне кажется, или скажем, перегар все больше чувствуется. Ребята, особенно со второго столика. Да, конечно, конечно. Ну что, следующая мелодия. А я кто новый, новый? Есть! Браво! Мадагаскар еще становится 3-1 в пользу Абрикосника! А ну-ка! Отойди! Давайте еще назад, чтобы так еще состоишь возле своей команды вот здесь, рядом, рядом. Так, слышишь? 3-1, 3-1, хорошо, пускай ты выиграешь, но у нас еще все впереди. Следующая мелодия. На пумбу. Юра, извини, извини, но это правда. Следующая мелодия. Браво, ну погоди, еще становится 6-1 в пользу. Да. Мама сказала, прибери, это бременские музыканты из «Ну погоди», так что, нечестно. Давай поспорим на нем скрыть, так будет честно, Юра. Не, ладно, я с мамой спорить не буду, счет 4-2. Наверное, будем делать так, теперь любой ответ, мама, любой, говорите, любой ответ, все равно Юра с вами не будет спорить. И... Все, еще плюс 2 балла. Мы выиграем 4-3. Отличный счет. Мы продолжаем дальше. Следующая мелодия. Есть, есть, вот молодые человеки. Браво, еще становится 5-3. Подожди, давай так. Я с мамой буду, не буду спорить, если она первая отвечает. Если уже после правильного ответа, то извините, как бы я вас не уважал. Нет, Андрей, не о тебе речь. Так, счет 4-4 у нас... Какой? 5-4. А, елки-палки. Он физрук, просто он с математикой плохо. Продолжаем, следующая мелодия. Что? Есть. Бременские музыканты. Это был правильный ответ. Нам даже мама не понадобилась, хотя мама телепатически передала правильный ответ. Ну что, счет 5-5. У нас сколько осталось мелодий? Одна. А что, вы уже перестали кричать свои кричалки? Кстати, тептерки! Не пугайте персонал Артова, друзья, пожалуйста. Продолжаем, следующая мелодия. Это будет наш этап. Музыка из кинофильмов. Ребята, сейчас посмотрим, кто учился, кто работал, а кто смотрел фильмы. Итак, первая мелодия из кинофильма. Начинаем. Опасный следа. Да, есть, это правильный ответ. Счет был. Стоп. У меня тут глава бригады. Откуда это? Джек Фарнаби. Спорить нельзя, как он сказал, так и будет. Не, но Джонни Депп снимался, пробовался на роли в бригаде, но он не получил его. Опередил. Хорошо. Да. Счет 7-5, и Абрикосики лидируют. Продолжаем следующий минут из кинофильма. Есть. Стоп! Стоп! Вот девушка. Правильный ответ. Правильно. Так, что это за подстава? Юра, у него такая физическая подготовка. Она подняла руку, и я подбегаю, она ее опускает. Юра, она просто вообще-то пицца назвала. А, да? Ну давайте уже, что вам принести? Вино налить. Да. Счет становится 7-6. Тифтетхи! Нет, вы должны все видеть. Это просто наша энергия, наша команда. Еще раз, тифтетхи! Я его теперь буду на каждую свадьбу брать. Бабки хорошие будут. Ну что ж, продолжаем, друзья. Счет 7-5, и мы пока лидируем. Следующая мелодия. 7-6. Есть, есть, Саша. Я считаю, что одновременно было спойлером. На камстрим, чтобы было честно. Поможете? Я хотел каждому дать по баллу. Нет. Раз, два, три. Еще с тобой после этого звука. На самом деле, даже если будет проиграть, я буду бегать к нему постоянно. Хорошо, счет 7-7. Ничего, друзья, мы дышим в спину. Андрей, надеюсь, ты это чувствуешь. Продолжаем, друзья. Кондиционер. Да.
Андрей, не Андрей, Рокки, есть вопрос. Какая часть? Нет, любая. Ну и еще это правильный ответ. И абрикосики, 8-7 лидируем. Следующий новый. Есть, вот это я понимаю. А вот кто был первый? Подожди, вы ответили джентльмена на даче, это неправильно. Не надо. С папой тоже нельзя спорить. А счет тем временем становится 8-8, елки-палки. Ну что, еще у нас 3 мелодии из кинофильмов, мы продолжаем дальше. Тёма, пожалуйста, когда какой-то ответ, бери камеру и беги с ним на улицу или в туалет, пожалуйста, отвлекай его. Он попросил крупный план. Дали шанс. Давайте, друзья, молодым. Следующая мелодия. Стоп, есть! Правильно! Правильно, привет, Саша, ты просто красавчик, молодец! И, конечно же, заберите у ребенка шампанское, пожалуйста. Счет 9-9, но мы последние мелодии из кинофильмов собрались. И пинайте его, если будет мешать мне. Чего? Титаник! Пускай девушка ответит. Титаник. Подожди, а вдруг... Браво, Титаник!